На этот автомобиль англичане делали большую ставку, и их ожидания вполне оправдались. Сейчас по объемам продаж XF опережает все остальные модели Jaguar вместе взятые. В России машину тоже приняли весьма благосклонно. Чем привлекает Jaguar XF? Даже в стартовой комплектации Luxury с 3-литровым мотором XF отнюдь не выглядит бедновато. 6 подушек безопасности, система стабилизации, кожаный салон с электрорегулировкой передних кресел, электрифицированный кожаный мультируль, климат-контроль, изначально неплохая музыка, колеса R18 и так далее. Список весьма нескромен. Следующий уровень – тот же мотор, но более богатая комплектация – премиум лакшери, включающая навороченные передние сиденья с еще большим количеством регулировок, доступ без ключа, аудиосистему поинтереснее и далее по мелочам. В списке опций значатся 19-е диски, люк, биксенон, камера заднего вида, ТВ-тюнер, навигация, система мониторинга мертвых зон и прочее богатство. Ну а самым дорогим окажется XF с мотором V8 4,2 литра. Безнадувный двигатель развивает 298 сил, а его компрессорная модификация выдает уже 416. Да и укомплектованные 8-цилиндровые машины еще лучше. На тесте базовый Jaguar XF с 3-литровым мотором. Возможности 238-сильного V6 автомобилю вполне хватает, даже с учетом того, что это престижный седан бизнес-класса. Надо полагать, что с мотором V8 4,2 литра в 298 сил ощущения будут совсем другие, не говоря уже о версии с нагнетателем. Но спортивность в этом классе ни в коем случае не конфликтует с комфортом. То есть и того, и другого должно быть в избытке. За управляемостью и плавностью хода следят электронно управляемые амортизаторы. Без них не получилась бы благородная способность быть комфортным на любых скоростях и в любом напряженном повороте. Но самое увлекательное в салоне – это совершенно иной уровень отношения к работе над интерьером. Здесь все натуральное – и алюминий, и дерево, и кожа. Но самое интересное – это управление автоматической коробкой. Ни рычага, ни кнопок. Вместо них – вращающийся контроллер. В состоянии покоя с выключенным двигателем его не видно. Но если нажать на пульсирующую красной подсветкой в такт человеческому сердцу кнопку «Старт», контроллер тут же выползает на центральном тоннеле и сам ложится под руку. Любой Jaguar и сегодня, и 10, и 20, и 30 лет назад – это не только красота и порода, но и душа в базовой комплектации. В следующей программе мы обкатаем флагман модельного ряда Jaguar – Jaguar XJ.